Отсюда не видно никаких развалин. Если отец и впрямь проводил тут раскопки, я не вижу следов. Не пойму, как Таиланд относится к викингам, руинам в Средиземноморье и раз уж такие дела Кавалон? Хельхеймзип. В разных мифах разные названия, но все они говорят об одном и том же осколке древнего мира. Один такой осколок жив-здоров. Не хотел бы я быть на месте Аманды, если Натла вырвется на свободу. Я бы и на нашем месте быть не хотел.
Эти символы – ведический санскрит. Они сильно стерлись от времени. Хагавати из семи. Похоже, в тексте говорится о столице Паталы, самого нижнего из подземных царств в индуизме. Там живут змеи-люди, однако мудрец Нарада отзывался о нем весьма хорошо. Сверху находится Шива, а снизу его супруга Кали.
Здесь совсем другая архитектура. Она похожа на руины Нифельхейма. Thank you.
огромной силе Тора. Здесь задолго до появления верхних руин. И снова протоскандинавские руны. Сын мой, твои сокровища здесь и вдали, сестру этой перчатки, твой пояс Мёгенгёрд и могучий Мьёлнир стерегут мертвые, чтобы держать в узде Йормунганда. Но карта уничтожена, причем недавно. Если тут и была перчатка Тора, ее уже нет. Что это? Натла, я знаю твою цель и не желаю больше быть марионеткой. Ричард Джеймс Крофт. Это сделал отец? РДК. Странно. Он никогда не использовал в подписи вторую букву имени, чтобы избежать путаницы со своим отцом. Так вот, где ты спрятал артефакт? Хитрый старый лис. Что ж, пора обратно на корабль.
Похоже, я перестала быть Тор. Интересно, как он ее заряжал? Отец ее уничтожил. Да уж, яблочко от яблони недалеко упало. Он сделал это намеренно, чтобы карту не нашла Натла. Но я уверена, сначала он сделал подробную запись. И более того, он нашел вторую перчатку Тора. Где он ее спрятал? Прямо у тебя под носом.